Только что мы снимали оверлук откуда-то свысока. А сейчас мы спустились в парк, где есть пляж. И мы решили срочно покупаться. Хорошо, что мы взяли с собой купальники. Это такое счастье. После этой жары, после этого дня, проведенного в машине, мы сейчас быстренько в прохладную воду. Посмотрите, как здесь красиво. Мостики. Вернее, большой мост. Да, хорошо. Нет, иди пока в тапочках. Ну ладно. Палатка, все сидят. Да, здесь палатка. У нас, кстати, это, подстилка там есть в машине. Но пляж этот закрывается буквально через 40 минут, поэтому мы очень-очень быстро организовались, чтобы успеть освежиться. Кстати, очень любопытный знак, я не видел. No pets except собак для слепых. Что странно, что над этим пляжем проходит трасса. Это немножко смущает. Но красиво, ничего не скажешь. Красиво. А хороший фотоаппарат мы оставили, да? Ну ладно. Где Ляля? Ужо. Ничего не растерять. Ну пусть идет. Уже взрослая девочка. А как же он туда в 6 закрывается? Наверное, тоже на свое усмотрение. Ну, парк. Вот там они закрывают все, все замки. Нет. Такая маленький кусочек пляжа, песка. Отдыхать на травке. И да, здесь загорожены все время на мелкоте вот эти вот ограждения, чтобы никто никуда не уплывал, не заплывал. Не дай бог. Мы не будем никуда заплывать, мы просто окунемся. И это уже будет кайф. Все, что мы снимали сверху, мы теперь можем увидеть снизу. Речка глубокая, но здесь, наверное, мелко. Да? А, сейчас проверим. Мы уже покупались вот с Жориком. Жор у нас не хочет купаться. Он устроил скандал. Мы его вытащили. Сидим теперь по очереди с Денисом купаемся. Вода, восторг. Просто нет слов. И когда заходишь в эту реку, окружающие горы, это просто незабываемо. Очень классно. Вода действительно освежает. Папа пошел за хот-догом. Хочешь? Ну, пойди, хочешь, сама пойди закажи там что-нибудь, папе. Ну, возьми, возьми. Одень их и пойди. Так что и я ошиблась по поводу глубины. Во-первых, очень странно, здесь не сидят спасатели абсолютно на этом пляже. Обычно сидят спасатели. Кричат, не дай бог, там дотронешься до этих ограды. Здесь спасателей нет. И хоть и небольшой, казалось бы, участок, но там уже глубоко. Там уже не то что ногами, там нужно нырять и плыть. Да, глубокая речка. Но ощущение после этого жаркого, влажного такого воздуха, после целого дня вот этих поездок и прогулок по лесу. Кораблики. Уже в 9 утра было 30 градусов тепла. И после этого всего дня сейчас окунуться в эту воду, это просто кайф. Самый настоящий. Единственное, что мы целый день ничего не ели, как-то не набредали ни на кафе, не проезжали мимо. И дети у нас, конечно, голодные, Жорик капризный, так что мы сейчас что-нибудь перекусим, уже что здесь найдем. И посидим тут еще немножко и поедем дальше. У нас еще есть пару планов, куда можно сегодня приехать.
солнце. Солнце светит из-за туч, поэтому плохо освещено все. Вот дорожка яркая. Жора, ты любишь купаться, Жора? Ты любишь, только ты кричал, да? Ну а зачем ты кричал, зайка? Не знаешь. Ну тебе нравится, да? Ну конечно. Водичка же прохладненькая, хорошая, да? Только тут сидеть нужно и все, и не купаться. Кораблики плавают. Куда-то туда уплывают они. Да, сидя на том оверлуке нашем последнем, стоя, вернее, и смотря на эту воду, я так мечтала окунуться. И вот она я, довольная, свеженькая. Ура!